Что мы представляем, когда слышим про Древний Египет? Наверное, пирамиды, фараонов, страшную мумию из фильма «Мумия». Кто в детстве его так же, как и я, боялся, ставьте лайк. Ну и тому подобное. В общем, все красиво, круто и в то же время слишком знакомо и немного шаблонно. Казалось бы, нас на эту тему уже ничем не удивить. Но это далеко не так, и комикс «Древний Египет» – прекрасное тому подтверждение. С ним вы отправитесь на тысячи лет назад и своими глазами увидите величественную страну благодатного Нила. Не забудьте покормить домашнего питомца и предупредить родных. Путешествие будет долгим и интересным. Вы узнаете, как проводили свои дни фараон и простой крестьянин, в каких богах верили египтяне, зачем они красили глаза, как создавались папирусы и мумии. Также мимоходом вы посетите величественный храм и даже спуститесь в гробницу за настоящими сокровищами. А начитанный четвероногий гид вам все расскажет и покажет. Короче, для путешественников всех возрастов. Станьте настоящим египтологом и Индианой Джонсом с книгой «Древний Египет. Комикс о царстве фараонов на берегах Нила». Приходите к нам в библиотеку имени Орохана Букея. Путь в великую древнюю страну начинается только здесь, только здесь.